людей советской армии. Как подумаешь, сколько наших людей бьется на фронте. Родные, вы только держитесь. Я наконец-то работаю. Выдали мне плащ-палатку, штаны, кирзовые ботинки на войлочной подошве. Изделия у нас с ним осторожно-приосторожно нужно. Меня перевели чертежницей. Начальник требовательный, особенно когда чертежи на копирку готовятся. Вчера посмотрела кинофильм «Серенада солнечной долины». Американский. Я вышла просто без ума. Сейчас же вернулась домой с техникума, набросилась на еду, как голодный волк. Когда подкрепилась, стала вспоминать про кино. И мне как-то горько на душе стало. Неужели я никогда не увижу такой красоты? Неужели никогда не буду носить наряды, как где-то там, далеко, в Америке? Нет, конечно же буду, но когда? Бумаги так мало, что важное приходится пропускать. Девчачья мечта о красоте так понятна и так трогает рядом с описанием трудных будней подростков тыла. Их было множество, чьи подвиги остались неизвестными. Девчонки потрясали и вдохновляли бесстрашие. Маленькие и хрупкие, они были настоящими наследницами великих героинь сказаний и былин. Красивых, как Елена Прекрасная, сильных и храбрых, как Василиса Микулична, героинь Отечественной войны 1812 года, которые, как Василиса Кожина, вели в бой партизан, как Надежда Дурова громили врага. Беспредельная любовь к родине и народу – вот что давало силы, делало героинями рассказа, поэм, песен. Их чувствуют живыми, всех вместе и каждую в отдельности. Они живы в улыбках современных детей и мощи нашей страны. Моя бабушка Анастасия Павловна, хоть не воевала, а была в Челябинске в это время, рассказывает о войне, как о тяжелых временах. Ведь она была на несколько лет младше меня. Я удивляюсь, как она могла работать на заводе и выживать на детский паёк. Она помогала маме и даже ходила в школу. А еще она показывала мне свой платок с синими и голубыми цветами, которыми она очень гордилась и сберегла, несмотря ни на что. Когда она говорит об этом, она всегда плачет. И всегда это слезы радости. Радость победы, ответственность памяти, наши чаяния и надежды связаны с этим праздником. Сегодня в зале находятся ветераны нашего университета. Ветераны тыла, дети войны, ветераны педагогического труда. Мы благодарны вам за ваш труд и за вашу жизнь, ставшую для нас примером и воодушевляющую нас. Мы просим вас подняться, чтобы зал мог вас поприветствовать.